Привет! Сегодня будем делать трек в стиле Doom Metal. Что для этого нам понадобится? Если вы давно смотрите мой канал, или же это первый ролик, который вы видите, расскажу вам еще немножко о себе и о том, что я здесь делаю. Собственно, я пишу музыку на мобильном телефоне, конкретно в программе Music Maker Jam, а потом, как правило, изменяю все эти треки, чтобы достичь определенный звук в программе Techno и J4 уже на компе. Собственно, смотрите, какой эксперимент мы сегодня провернем. Буду стараться сделать трек в стиле Doom Metal. Характерными чертами для Doom Metal является довольно медленный темп музыки, доминирующие жесткие гитарные партии, тяжелая или мрачная атмосфера, преобладающие печальные интонации, в основном чистый, но депрессивный вокал. Нередко встречаются характерные для экстремального металла эффекты или инструменты, хоры, орган, колокола. Частыми тематиками песен является тьма, отчаяние, меланхолия, смерть, потеря близких, несчастная любовь. Разновидности Doom Metal. Пройдя несколько стадий роста и прогресса, за время своего существования сейчас Doom Metal принимает множество форм. Также появилось множество достаточно далеких от Doom'а и Doom Death'а ответвлений вроде Stoner Metal'а, Sludge Metal'а и Drone Metal'а. Традиционный Doom Metal медленный, меланхоличный, базирующийся на рифах металл, возникший под влиянием Black Sabbath и движения новой волны британского Heavy Metal'а. Типичные представители Saint Vitus, Pentagram, Epic Doom Metal, поджанр, напоминающий традиционный Doom Metal, с более сильным влиянием средневековья или фэнтези. Вокалисты используют чистое, оперное и хоровое пение, а аккомпанементом служит игра на клавишных и ударных, выполняемая напыщенным образом, чтобы вызвать чувство эпичности. В лирике, образах присутствует влияние фэнтези и мифологии. Epic Doom уходит корнями в более традиционный металл, копируя некие концепции прото-думских групп, таких как Black Sabbath, Death Doom Metal, совмещает в себе элементы Doom и Death Metal. Doom Metal отличается невысоким темпом, тягучими гитарными партиями, большой мощностью и меньшим жестким звучанием, гроулингом и другими видами грубого вокала, напряженно-мрачной атмосферой. Типичные представители My Dying Bride, Funeral Doom Metal, стиль, в котором медленный темп доводится до крайностей и делается акцент на атмосфере отчаяния и опустошенности. Данный стиль можно рассматривать как отход от Death Doom Metal с помощью более сильного замедления музыки и нередко с внедрением элементов эмбиента. В итоге получается искаженное мрачное звучание, но в то же время часто мечтательное. В качестве вокала обычно используется гроулинг, но зачастую он является фоновым и скорее используется как дополнительная текстура в музыке. Атмосферик Doom Metal менее тяжелый, чем обычный Doom. Характерной чертой для мелодик Doom Metal является оригинальная мелодика. Довольно ярким примером Doom'а можно назвать американскую группу YOB Black Doom Metal. Стиль, сочетающий элементы Doom и Black Metal. Обычно в плане вокала используется шрайк, а гитары сильно искажены, что характерно для Black'а. Но также характерен медленный темп и низкий звук, что типично для Doom Metal. Лирика охватывает темы природы, нигилизма и депрессии. Готик Doom Metal – достаточно условный термин, поскольку большинство групп, чье творчество характеризуется данным словосочетанием, играет в широком музыкальном диапазоне и зачастую весьма далеки от типичного Doom Metal, с присущей ему тяжелостью и фатализмом. Готик Думу обычно относят метал-группы, исполняющие неспешную и мелодичную музыку с романтично-печальной атмосферой. Нередко в музыке можно услышать женский, ангельский вокал, мужской, скорбный, рык, смычковые и клавишные инструменты. Это неспешная, относительно легкая и удобоваримая метал-музыка с частым использованием таких неметаллических инструментов, как рояли, скрипки, синтезаторы и тому подобное. В атмосфере этой музыки присутствуют свойственные для готики романтичные и декадантные, то есть эстетика распада, настроения. К Думу относят весьма условно, пожалуй, лишь из-за общей неторопливости и остаточных элементов Doom Death'а. Гроулинг, сравнительно жесткие гитары и так далее. Данный поджанр схож с атмосферным Doom Metal'ом,
Gothic Doom также подвергается влиянию психологического рока, например, одной из первых групп, получивших ярлык Gothic Metal, были Paradise Lost, начинавшие с Death Doom Metal, среди других групп, сочетающих эти два жанра, Tiamat, Like of Tears и Type O Negative. Так как самого жанра и самих сэмплов, которые составляют программу Music Maker Gen, там именно конкретно Doom Metal нету, но чтобы попасть нам, так сказать, в критерии характеристики вот именно данного жанра, сделаем там тон ниже. Я покажу вам, как я записал трек на мобильном телефоне. Вот, поставим BPM, например, там 100-110, да, чтобы звуки были вот более, так сказать, плотные. И для этого жанра характерно добавим какие-то вокальные партии, например, сделанные из хора. Также нам понадобятся, например, какие-то клавишные. В программе будем добавлять сэмплы, постепенно их выводить, создадим какой-то трек, достаточно протяжительный, потому что для этого жанра очень длинные треки — это характерная их отличительная особенность, так сказать, потому что музыка там достаточно медленная, голоса часто звучат каким-то загробным голосом, возможно, где-то просто речитатив идет, где-то переходит немного на скриминг, но это не совсем так, как black metal, и не совсем так, как depressive black metal, о которых я уже выпускал видео о том, как я делаю именно эти музыкальные жанры. Характерная отличительная особенность doom metal, например, от просто блэка или же от depressive black metal, то, что там добавлены клавишные. Хоровые вокальные партии могут быть везде, в принципе, во всем жанре вот этой темной музыки, вот именно конкретно металла, да, вот блэка, depressive, doom и так далее, да, но в предыдущих выпусках я их не добавлял, а здесь для атмосферности их добавлю, то есть будет какое-то хоровое звучание и будут клавишные, конечно же, клавишные. И так как звук мы сделаем в программе Music Maker Jam ниже, то они у нас немного растянутся во времени, обретут свое какое-то звучание, далее мы закинем их на комп и еще вытянем, чтобы гитары у нас более плавно переходили. И очень важная отличительная особенность — то, что не нужно каких-то быстрых и жестких ударных партий, то есть возможно даже где-то будем пропускать именно вообще ударные, будет просто музыкальная какая-то часть проходить, будем делать ударные, будем убирать их и постепенно вот будем возвращаться. Также покажу вот в программе новую интересную фишку, которую я заметил, то, что там можно именно, так сказать, менять само звучание именно нот. То есть вы выбираете какой-то сэмпл, накидываете его на трек, а там уже можно менять его тональность. То есть, грубо говоря, как по нотам переходить, это все будет видно в том, ну, как я сделаю трек на мобильном телефоне. Это все будет видно именно там, где я буду показывать вам небольшую часть отрезок, относительно небольшую, где я создавал трек на мобильном телефоне. Собственно, погнали пилить трек. Thank you.
Смотрите, трек на мобильном телефоне у нас закончен, мы его подготовили. Он звучит сейчас не совсем правильно, не совсем так, как нам бы хотелось, и он в характеристику жанра сейчас немного не попадает, хоть он и звучит медленно, да, но нам нужно будет придать ему более густоты и более атмосферности, да, потому что в Doom Metal часто, ну, это не коммерческая, так сказать, музыка, и, ну, там есть, конечно, группы, которые достигают определенного успеха, но все же часто, так как и в Black Metal, и в Depressive Black Metal, остается звучание достаточно грязным. Далее я вам хочу показать запись голоса и просто, знаете, вот буду делать все, что придет мне в голову. Вот не судите строго, вот серьезно, просто вот все, что мне первое попадет в голову в мысли при записи. Я не буду писать какой-то специальный сценарий, какой-то стих, там сильно усложнять мы не будем. Просто запишем все, что придет в голову. И это уже голос добавим на комп, добавим его к треку, изменим, растянем, и вы уже увидите конечный результат. Поэтому погнали смотреть запись вокала. Зима! Грузчики замерзают, каждый из них хочет, чтобы фура опоздала. Зима! Холодно, однако, каждый день приходится таскать, каждый раз фуру разгружать. Но в этот день и в этот час фура не приехала. Какое счастье, какая радость! Фура опоздала, и не надо разгружать. Больше сил останется ночью пиво выпить, сигареты покурить. Ах, какое счастье, ах, какое счастье. Фура во льдах, грузчики мерзнут, ждут фуру. Фура не приедет, фура застряла в снегу. Можно идти по домам, можно идти по домам. Можно и выпить, сходить, можно завтра на работу не выходить. Пробухал 3 дня. Пробухал 3 дня. Нет ни грузчика водила, что застрял в снегу во льдах. Пробухал. Фура не едет, снег метет. Холодно. Нет. Вокал посмотрели, да, возможно, сейчас он звучит достаточно сыро и как-то вообще неумело, не похоже, что это как-то в песне может сочетаться, потому что это просто какой-то набор слов, там все, что в голову вот влезло, да, но при том, когда мы его изменим и когда звучание у нас будет именно достигнуто то, которое нам нужно, он, в принципе, достаточно неплохо ляжет, и вы сейчас убедитесь уже в конечном результате, как все получилось. Погнали смотреть. Грузчики замерзают. Грузчики замерзают. Yeah.
В общем, как вы поняли, разновидностей дум-метала очень много. И я не спешу с тем, какой именно дум-метал у меня получился. Взял за основу статьи, которые написаны про различные музыкальные жанры. Вы можете, послушав мой трек, написать в комментарии о том, какому больше стилю дум-метала можно отнести данный трек. Ставь лайк этому видео, если есть котик, ставь 2, если он черный. Ну а если серьезно, ребят, если вам понравилось это видео и вы хотите видеть больше экспериментов на моем канале о том, как я создаю музыку на мобильном телефоне и не только, рассказываю о своих проектах, рассказываю про музыку и различные особенности жанра, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем по традиции мира и добра.